Здравствуйте. Мы продолжаем. И сегодня начинаем новую главу, 8, «Мир Жордана или Бега». Параграф 1. Элементарные множества и n-мерный объем для них. Пусть угловыми скобками АВ будем обозначать один из конечных, возможно, и вырожденных промежутков. То есть либо отрезок, либо интервал, либо полуинтервал. То есть А меньше либо равно Б, не исключен вариант вырождения. Брусом в РН назовем множество П вида Декартова произведения таких промежутков. Ну, его n-мерным объемом, естественно, считать число P, равное произведению длин, так сказать, сторон. Ну, если P у нас в двух- или трехмерном пространстве, то тогда произведение длин ребер. Объем пустого множества считаем, естественно, 0. Ну, понятно, что это вполне совпадает с геометрической интуицией, по крайней мере, для n равным 2 и n равным 3. Ну, из геометрических соображений, поэтому я буду ссылаться на них. Нетрудно вывести следующие свойства объема. Первое. Если брус P представлен в виде конечного объединения не пересекающихся брусьев P сжатых, то есть P равно объединению уже от единички до np житых, то объем этого бруса равен сумме объемов составляющих его брусьев. Второе. Если брус Q включает брус P, то, соответственно, его объем больше либо равен объему бруса P. Определение следующее. Множество M называется элементарным, если его можно представить в виде конечного числа не пересекающихся брусьев. То есть M равно такому дизъюнктному объединению, такой значок обозначает дизъюнктное объединение P житых. Ну, какие примеры, скажем, буквы G в простом написании и буква T большая. Заглавные русского алфавита, они являются элементарными множествами. А вот уже буква М не является. Ну, тем более буква Р. Ну, пойдем дальше. Лемма. Объединение, пересечение, разность и симметрическая разность элементарных множеств являются элементарными множествами. Прежде всего заметим, что пересечение двух брусьев является брусом, так как пересечение двух промежутков является промежутком. Тогда из представления m равно одно элементарное множество, как дизъюнктное объединение брусьев, и n тоже, соответственно, дизъюнктное объединение брусьев, ну, тогда следует, что пересечение этих двух множеств будет представлять собой дизъюнктное объединение пересечений брусьев m, жит и nk. Ну, конечно, часть из них будет вырожденным. Вполне возможно, что доказывает часть нашего утверждения, относящегося к пересечению. Далее заметим, что дополнением бруса является объединением конечного числа, не пересекающихся, возможно, бесконечных, то есть допущением определения бруса бесконечных промежутков, брусьев. Ну, в общем-то, это понятно. Что в сочетании с уже доказанной частью утверждения, возможно, бесконечность брусьев ничего доказать не меняет.
влечет его справедливость для разности, поскольку мы разности m минус n можем представить как m минус объединение q и t, то есть n в качестве объединений, а вычитание объединения – это пересечение с пересечением дополнений. Значит, теперь равенство P, объединенное с Q, равно разность P минус Q, лизингное объединение с Q, сочетание с уже доказанной частью, для разности мы уже доказали, и для дизъюнктного объединения это уже немедленно получается. То есть в сочетании с уже доказанной частью мы получаем элементарность объединения этого против. Ну, а значит, отсюда опять-таки составляя элементарное множество как объединение брусьев, мы получаем утверждение об объединении элементарных множеств. Ну и последняя часть о симметрической разности. Ну, просто достаточно посмотреть на определение симметрической разности m минус n. Это m минус n, объединенное с n минус n. Это определение симметрической разности. Доказано ли мы означает по определению, что совокупность элементарных множеств Лорен является кольцом множеств. Ну, то есть кольцо множеств – это именно такое множество, которое вместе с любыми двумя включает в себя их объединение, пересечение, разность, симметрическую разность. А если же рассматривать лишь элементарное подмножество некоторого фиксированного элементарного множества, ну, например, ячейка будет нам полезна, и это как бы такой единичный куб с выкинутыми, с частью выкинутых граней. Или же куб К и Т, вот такой. То тогда такая совокупность элементарных множеств будет образовываться алгебра множеств. То есть кольцо множеств единицы. Вот это как раз самое большое множество, оно и будет единицей. То есть будучи пересеченного с любым элементарным своим подмножеством, ну, дает как раз это элементарное подмножество. Это свойство единицы. Определение. Объем элементарного множества m равного дизъюнктному объединению брусьев по итах равен по определению сумме объемов, составляющих его брусьев. Теорема. Основные свойства объема на кольце элементарного. Ну, во-первых, определение объема корректно. Во-вторых, для любых элементарных множеств m и n сумма мер объединений пересечения равна сумма объемов, извините, их объединений пересечения равна сумме их объемов. Третье, для любых элементарных множеств m и n из включения m под множество n следует неравенство объема m не превосходит объема n. Исключение m в n следует неравенство для объема. Четвертый пункт. Конечная аддитивность. Для любых элементарных множеств m итых конечного числа объем дизъюнктного объединения их, то есть не пересекающихся субмножества m итых, он равен сумме объемов. Ну, давайте начнем с первого свойства – корректность определения. Что это означает? Это означает, что объем не зависит от представления элементарного множества в виде объединений, не пересекающихся брусьев. Итак, предположим, что у нас m представлен в виде объединения, не пересекающихся брусьев разными способами. Ну, тогда образуем третье представление. Беря всевозможные пересечения вот этих поитых, кюжитых, поижитые, ну, пусть это будет множество. И тогда что у нас получается? Все множества поиты, они не пересекались. Каждое поиты представляется как объединение пересечений поитого с кюжитами по жи от единички до кю. Там, конечно, и пустые могут быть, но это дизъюнктное.
И, соответственно, эта сумма объемов поритых будет равна по первому свойству объема брусьев сумме по всем ежи объемов P ежитых. То же самое верно для суммы объемов Q житых. Следовательно, эти две суммы равны, и значит, объем не зависит от того, как мы представили наше множество M в виде объединения непересекающихся брусьев. Второе свойство, оно совершенно геометрически очевидно. Это, то есть достаточно просто нарисовать и понять, что в объединении будут участвовать дважды часть пересечения, которая получится, когда мы будем складывать вот эти. Поэтому тут сразу получается. Дальше. Включу третье свойство тоже, поэтому только четвертое, собственно, нужно доказывать. Ну, значит, если у нас M включается в объединение не обязательно не пересекающих элементарных множеств M, то тогда объем M не превосходит сумму этих объемов M. Вот это давайте докажем. Ну, достаточно посмотреть на третье свойство, что исключение M у нас включается в M. Соответственно, если R равно двойке, то у нас мы ссылаемся на второе свойство, соответственно, мера объединения, она не превосходит сумму мер, и значит мы получили для R равно двойке требуемое неравенство. Ну а в общем случае рассуждаем по индукции, применяем это свойство. Теперь определение растяжения и сжатия. Ну вот здесь, то есть у нас есть брус, эпсилон между нулем и единичкой, и, соответственно, мы каждую сторону бруса, ну, для растяжения, соответственно, мы ее увеличиваем, то есть левый конец сдвигаем влево каждого составляющего каждой стороны, а правый конец вправо, а эпсилон сжатием наоборот. Но при этом, что немаловажно, для эпсилона растяжения, как видите, мы берем открытое обязательно множество, а для эпсилона сжатия обязательно отрезок, то есть замыкаем. И вот эти коэффициенты подобраны так, что в результате мы имеем следующее свойство. Объем эпсилона растяжения – это 1 плюс эпсилон умножить на объем P. Объем эпсилона сжатия – это 1 минус эпсилон умножить на объем P. Ну, действительно. Если мы объем посчитаем, то смотрите, у нас длина каждой стороны, она, соответственно, получается равна B житая минус A житая умножить на коренную степень из 1 плюс эпсилон для растяжение, и b житый минус a житый на корень степени из 1 минус эпсилон для сжатия. Перемножая 1 плюс эпсилон или 1 минус эпсилон, соответственно, как коэффициент выносим. Теорема. Счетная сигма, ну, то есть сигма аддитивность, это есть другой синоним счетной аддитивности. Объемы на кольце элементарного множества. Если элементарное множество m представлено объединение не пересекающихся элементарных множеств m итых, то есть m такое счетное дизъюнктное объединение множества m итых, то объем элементарного множества m равен сумме объемов составляющих множества. Ну, прежде всего докажем, что если у нас m включается в объединение не обязательно пересекающих элементарных множеств m итых, то тогда мы получаем неравенство, что объем m не превосходит сумму m.
Причем здесь, в отличие от утверждения теоремы, сумма ряда может быть бесконечной. Ну, просто возьмите одно множество m, это равное m, и повторяйте бесконечно много раз. Ясно, что тогда будет бесконечность. Ну, конечно, за исключением случая, когда само m выраженное. Для этого представим каждое из элементарных множеств в виде объединения конечного числа и пересекающейся бруси. То есть m, это каждый из элементарных множеств. Это объединение конечного числа не пересекающихся брусьев. И m тоже. Значит, у нас объединение элементарных множеств, объединение m-тых, будет представлено как объединение, счетное объединение брусьев. То есть каждое m-то мы представили как дизъюнктное объединение. Ну, можно выкинуть вырожденные брусья, оставить только невырожденные, как-то там занумеровать. И, соответственно, вот объединение по L-тых, L от единички до бесконечности. Счетное объединение брусьев. Нам важен как раз случай, когда все брусья не вырождены, чтобы можно было спокойно образовывать и растяжение, и сжатие. Итак, выберем произвольный эпсилон между нулем и единичкой и положим альфа эльта равно эпсилон делить на 2 в степени L на объем по эльту. Еще раз напомню, что выраженные брусья мы просто выкинули. Просто-напросто их можно добавить к соответствующим частям. Значит, теперь смотрите, у нас дизъюнктное объединение по и от единички до r, эпсилон сжатий куитых, куитых, я напомню, это брусья, составляющие множество m большое. Значит, мы взяли их эпсилон сжатия. И мы, соответственно, их представили в виде, точнее, включили в счетное объединение по L от единички до плюс бесконечности альфа L растяжений брусьев по L. В частности, это включение что означает? Оно означает, что объединение по L от единички до бесконечности PL вот таких растяжений образует открытое покрытие компактного множества. Здесь-то у нас эпсилон сжатия обязательно декартового произведения отрезков. Соответственно, это просто компактные множества все. Вот. И конечное объединение компактного множества компактного. Тогда и так у нас есть открытое покрытие компактного множества, значит, мы можем выбрать из него конечное подпокрытие. То есть существует такой конечный набор индексов L житых, G от единички до S, что дизъюнктное объединение по E от единички до R, эпсилон сжатий квитов, включается в объединение уже конечного числа G от единички до S, P, L житых, альфа, L житых. Ну, значит, по предыдущей теореме, если у нас есть одно элементарное, включающее другое, то, соответственно, мы имеем такую оценку для неравенства между объемами этих элементарных множеств. Значит, ну, теперь вспоминаем про то, как у нас подбирались объемы. Значит, левая часть, сумма по единичке dr, qit, эпсилон сжатия. Это 1 минус эпсилон на сумму квитах. Ну, я напомню, m это у нас дизъюнктное объединение квитах, то есть это 1 минус эпсилон на объем элементарного множества m. Правая часть. Здесь мы имеем сумму, соответственно, самих брусьев, объема самих брусьев по L житых множеств, а 1 плюс альфа L жита. Ну,
раскрываем скобки, это будет сумма объемов P-лежитых плюс эпсилон. Ну, я напомню, альфа-лежитая, соответственно, P-лежит у нас сокращается. И сумма позже от единички до S 1 делить на 2 в степени лежит остается. Соответственно, это меньше, чем сумма по L от единички до бесконечности уже всех P-лежитых. Только увеличиваем плюс эпсилон. Здесь у нас конечная, как бы, даже не частичная сумма геометрической прогрессии, а сумма конечного числа элементов этой геометрической прогрессии. Мы заменяем на сумму всех. И, соответственно, это будет сумма m-ых, поскольку я напомню, что это было дизъюнктное объединение P. Так, вроде не дизъюнктное. Нет, здесь даже не дизъюнктное. Даже не дизъюнктное. Не дизъюнктное. Но здесь имеется в виду, что сумма объемов здесь вот эти-то были дизъюнктные, поэтому хоть мы и можем повторять объемы эмытые, но составляющие их у каждого эмытого, они их конечное число, и, соответственно, вот они здесь как-то распределены. Соответственно, в точности все здесь есть. Поэтому именно вот это равенство и справедливо последнее. Ну вот, теперь мы смотрим на вот эти последние три неравенства. Здесь, здесь и здесь. И мы что получаем? Мы получаем равенство, которое от 1 отличается чем? Слева коэффициент 1 минус эпсилон, а справа прибавляется эпсилон. И поскольку неравенство верно для любого эпсилона большего нуля, то получаем неравенство 1. Для доказательства противоположного неравенства заметим, что если у нас объединение m-ых включается в m, то значит и объединение конечного числа и от единички до m m-ых включается в m для любого m. И значит сумма объемов m-ых не превосходит объема m. Что и требовалось доказать. Ну, здесь уже дизъюнктное, конечно, нужно, на самом деле. Здесь дизъюнктное объединение, здесь дизъюнктное. Так. Вроде это правило. Ладно. Параграф второй. Внешние и внутренние меры Жордана и Лебега. Ну, в этом параграфе мы рассматриваем только подмножество некоторого фиксированного куба. Ну, в данном случае, скажем, то есть это куб единичного объема. Ну, пусть будет симметрично от минус 1 второй до 1 второй. Значит, определение. Внешние меры Жордана множество А называется точная нижняя грань сумм мер конечного числа элементарных множеств m-ых, образующих покрытие А. То есть мы берем всевозможные покрытия множества А конечным числом элементарных множеств.
рассматриваем сумму объемов этих элементарных множеств и берем точную нижнюю грань этих сумм по всевозможным покрытиям. Это называется внешний мир Жордана. Вот индекс G – это Жордана. А звездочка вверху – то, что внешнее. Внешний мир или бега множества аналогично определяется. Называется точная нижняя грань, сумма мер. Но теперь уже счетное число элементарных множеств этих образующих покрытие А. Конечно, ряд, в принципе, может быть и бесконечным. Тогда тут плюс бесконечность стоит. Но это не страшно. Значит, потом мы берем все равно точную нижнюю грань по всевозможным таким объединениям счетного числа множества метров. Например, для n равной единичке рассмотрим множество А. Это множество рациональных точек на, ну, соответственно, одномерный куб. Это будет отрезок от минус 1, 2 до 1, 2. Для него мы что имеем? Внешняя мера Жордана равна 1, а внешняя мера Лебега равна 0. Почему? Давайте подумаем. Внешняя мера Жордана мы должны рассмотреть всевозможные конечные покрытия элементарными множествами, множество рациональных чисел. Ну, понятно, что если мы хотим конечным числом элементарных множеств, то есть практически это то же самое, что конечным числом брусьев, покрыть все множество натуральных чисел, а брусья одномерные – это промежутки, то мы должны убрать, естественно, промежутки, покрывающие в совокупности весь отрезок. Но это означает, что сумма объемов, то бишь длин в данном случае, не меньше, чем длина отрезка, то есть единичка. Ну, собственно, можно указать и конкретное покрытие, а именно сам отрезок минус 1, 2, 1, 2, который покрывает множество А, и мера которого, то есть длина, объем, равна 1. Теперь для Лебега. Для Лебега мы можем занумеровать все эти рациональные числа, их счетное количество, и каждое рациональное число покрыть, скажем, отрезочком, неважно совершенно, длины эпсилон делить на 2 в степени L, где L – это номер соответствующего рационального числа. Тогда сумма, естественно, этими отрезками мы покрываем все множество А, и сумма объемов этих отрезков – это сумма эпсилон делить на 2 в степени, то есть эпсилон. И так мы можем покрыть множество А счетным набором элементарных множеств, сумма длин которых меньше эпсилон, произвольным эпсилон. Ну, а это означает, что внешняя мера, которая точно нижняя грань по всем таким покрытиям, она равна просто нулю. Теорема. Свойства внешних мер. Первое. Если m элементарное, то внешняя мера Жордана, множество m, совпадает с внешней мерой Лебега и совпадает просто с его объемом. Если A покрывается конечным числом множества АИД, то и для внешней меры Жордана множество А можно записать неравенство, что она не превосходит сумму внешних мер множества АИД. И для внешней меры множества А, что она не превосходит сумму по единичке ДАР внешних мер АИД. Третье. Для любого множества А справедливое неравенство, внешняя мера А не превосходит внешняя мера Жордана множество А. И четвертое, если А включается в объединение
множество аитах, то внешние мира не превосходят суммы внешних мер аит. Здесь уже только либек. Ну, давайте посмотрим на первое утверждение. Заметим, что включение m в m, то есть множество m покрывает само себя, мы отсюда немедленно получаем, что внешние меры Джордана и Лебега, ну, что m не превосходит объем множества. Ну, конечно, для Лебега формально там счетное количество требовалось, но покрытие конечным числом можно рассматривать как покрытие бесконечным числом множества, добавив бесконечное число пустых множеств. А противоположное неравенство немедленно следует из неравенства 1. То есть, если у нас m включается в объединение, то тогда мера m не превосходит суммы, и значит, каждая такая сумма будет больше либо равна объему множества m. Ну, а значит, как раз получаем, что, соответственно, точно нижняя грань будет больше либо равна объему. То есть это определение неравенства 1. Для доказательства 2. Второе утверждение. То есть внешний мир объединения, внешний мир множества не превосходит суммы внешних мер, покрывающих его множество. Выберем для любого эпсилона набор элементарных множеств m житых, от единички до r итого и от единички до r. Ну, у нас конечное число сначала, да? Так что выполнение исключения каждой из аитых включается в объединение m житых и выполнялось такое неравенство. Ну, это просто определение внешней меры Джордана. То есть мы к внешней мере Джордана можем сколько угодно близко подойти с помощью сумм объединений, покрывающих это множество элементарных множеств. Ну, сколько угодно, вот пусть будет эпсилон делить на r. Соответственно, тогда у нас множество а включается в объединение по от единички до r, объединение по g от единички до r итых, m же итых, все вместе. То есть а включался в объединение аитов, значит, включается в это объединение. Откуда мы получаем, что просто по определению, значит, у нас есть покрытие элементарными множествами множества а, значит, внешний мир Джордана не превосходит сумму объемов этих элементарных множеств. Ну, теперь подставляем неравенство 2, соответственно, что получится? Сумма по от единички до r внешних мер аита плюс эпсилон. Теперь левые и правые части ни от каких вот этих по ходу возникавших элементарных множеств не зависит. И значит, силу произвольности эпсилона мы получаем второе неравенство. Для мер Лебега все практически то же самое, за исключением того, что у нас будет, что выполняется у нас теперь. Здесь будет счетное количество, так. То есть здесь бесконечный будет стоять. Внешняя мера уже Лебега нужна. И, соответственно, здесь по-прежнему останется r, поскольку, я напомню, у нас есть конечное число пока. Здесь уже будет бесконечность. Ну и опять по тому же самому имеем бесконечный набор элементарных множеств. И, соответственно, внешняя мера уже Лебега будет не превосходить сумму такого конечного числа рядов уже. Ну и здесь опять то же самое. Утверждение третье. Ну, очевидным образом следует из возможного добавления пустых множеств как в доказательстве 1. То есть здесь мы
имея любое конечное покрытие элементарного множества А, его можем рассматривать так же, как и счет. Поэтому здесь мы берем при рассмотрении внешней меры Лебега, мы рассматриваем больше просто совокупность множеств. То есть все те суммы, которые были здесь, эти все суммы, они также будут здесь. Ну, плюс еще много других сумм. Соответственно, точная нижняя грань может только уменьшиться. Отсюда и получаем это неравенство. И, наконец, утверждение 4, то есть когда у нас счетным количеством множество и множество покрыто, то доказательство по аналогии, только вот здесь в 2 мы вместо R должны будем поставить, теперь у нас бесконечное количество здесь, вместо R должны будем поставить эпсилон делить на 2 в степени. И, соответственно, когда мы сложим сумму ряда, это будет как раз эпсилон. Ну и в дальнейшем стали избежать повторения аналогичного доказательства утверждения 2 в этой теореме. Ну, то есть два неравенства, которые фактически буковка G только представляется. Чтобы этого не делать, вот такие обозначения. Это если у нас утверждение справедливо и для меры Жордана, и при соответствующей модификации для меры Лебега. Ну, то есть везде меры Лебега надо поставить. Сейчас будет у нас еще внутренние меры, для нее индексы просто меняются местами. Значит, внутренние меры Лебега, соответственно, с Жорданом. Теперь звездочка внизу, а возможный индекс G вверху. Множество А называется число. Значит, внутренние меры множества А — это 1 минус внешняя мера дополнение множества А до. Я напомню, у нас все множества — это подмножество фиксированного куба. Соответственно, теорема. Основное свойство внутренней меры. Для любого множества А его внутренняя мера Лебега или Жордана не превосходит его внешней меры Лебега, соответственно, Жордана. Ну, доказательства. Рассмотрим произвольные, счетные, ну, соответственно, конечные для меры Жордана покрытие множества А и его дополнение. То есть А объединение элементарных множеств и его дополнение, тоже объединение элементарных множеств. Тогда объединение этих двух объединений покрывает весь куб каиты. И откуда по неравенству из предыдущего параграфа, тут у нас счетное для Лебега, конечное для Жордана объединение элементарных множеств, покрывает другое элементарное множество, соответственно, объем этого элементарного множества единиц не превосходит сумму объемов. В этом неравенстве берем точные нижние грани по покрытиям. Потому что у нас А — это точные нижние грани по всем покрытиям таким. Это покрытием таким. Соответственно, сумма этих нижних граней больше либо равна единичке. А это и есть требуемое неравенство. Ну что, давайте тогда сделаем перерыв. Я проверю, как все записывается. Итак, приступаем к третьему параграфу. Измеримое множество, основные свойства, мер Жордана и Лебега. В начале этого параграфа, как и в предыдущем, мы рассматриваем только подмножество куба. Каиты, наш специально выбранный куб, симметрично относительно нуля, расположенный объем единиц. Итак, определение. Множество А называется измеримым по Лебегу, соответственно, Жордану. Если его внутренняя мера Лебега, соответственно, Жордана совпадает с его внешней мерой Лебега, соответственно, Жордана. Общее значение этих мер тогда называется мерой Лебега. Ну или Жордана, значит, мера Лебега будет просто мю от А обозначаться, а мер Жордана мю с индексом G. То есть в
случае равенства внешних и внутренних мер у нас будет справедливо совпадение этих внешних и внутренних мер с просто мер. Ну и отметим следующее непосредственно вытекающее из определений свойств. Прежде всего, элементарное множество измеримо по Лебегу и Жордану, причем их мера по Лебегу и по Жордану совпадает с объемом. Ну, это сразу следует из уже доказанных свойств внешней и внутренней меры. Дальше измеримые по Жордану множество, измеримые по Лебегу, причем их меры Жордана и Лебега совпадают. Это откуда следует? Ну, давайте посмотрим на такое свойство. Такое свойство, на третье свойство внешней меры. Внешняя мера Лебега всегда не превосходит внешние меры Жордана. Ну, отсюда, естественно, для внутренней меры противоположные меры справедливы. И, соответственно, если у нас внешние и внутренние меры Жордана совпадают, то будут совпадать и внешние и внутренние меры Лебега. И будут равны этому общему значению мер Жордана. То есть автоматически мы получаем это свойство. Теперь теорема критерий измеримости, он сразу и по Лебегу, и по Жордану работает. Множество измеримо по Лебегу, соответственно, Жордану, тогда и только тогда, когда для любого эпсилона больше нуля существует элементарное множество m с индексом эпсилона, такое, что внешняя мера Лебега, соответственно, Жордана симметрической разности, а и m эпсилон меньше, чем эпсилон. Ну, начнем с достаточности. Итак, мы считаем, что для любого эпсилона больше нуля у нас существует элементарное множество его эпсилона, такое, что внешняя мера, соответствующая Лебега или Жордана, симметрической разности меньше, чем эпсилон. Ну, давайте будем через штрих обозначать дополнение до куба. То есть b' это каита минус b. Ну тогда отсюда для внешней меры или Лебега и Жордана мы можем записать такое равенство 1 совпадает с этой внешней мерой для нашего куба, поскольку это просто объем и не превосходит внешней меры множество А плюс внешние меры его дополнения. Возьмем произвольный эпсилон больше нуля. Соответственно, подберем множество m эпсилон. И можно тогда считать, что оно такое, что m эпсилон включается в куб. Ну, иначе мы просто вместо m эпсилона возьмем элементарное множество, которое пересечение. Вот это симметрическая разность. Только уменьшится кусок, который за пределами куба, он просто выкидывается. И свойство объема элементарных множеств, его совпадение с внешними и внутренними мерами, мы тогда получаем, что для множества m эпсилон справедливо просто равенство. На самом деле здесь вместо внешних мер можно написать просто объемы. То есть куб представлен как объединение двух непересекающихся элементарных множеств m эпсилон и его дополнение. Теперь, значит, множество А включается в объединение m эпсилон и симметрической разности. Его дополнение включается в объединение дополнения m эпсилон и такой симметрической разности. Ну, давайте мы подумаем, почему. Значит, симметрическая разность А и М эпсилон, она есть объединение разности А минус М эпсилон. Нас только это интересует. То есть у нас элементы множества либо попадают в А
но не попадают в MMS, тогда они в этой симметрической разности. Либо они попадают в MMS, тогда они здесь находятся. Ну, аналогично рассуждаем здесь для дополнения. Значит, из этих включений для внешних мер, соответственно, Джордана и Лебега, мы получаем, что внешние меры множества А не превосходят сумму внешних мер. Здесь m эпсилон и симметрическая разность А минус m эпсилон. И, соответственно, для А-штрих, внешние меры А-штрих не превосходят сумму внешних мер m эпсилон штрих и симметрической разности. Теперь складываем два последних неравенства. Что тогда у нас получится? С учетом третьего неравенства для любого множества у нас такое справедливо. Значит, один не превосходит суммы левых частей. Это неравенство третье. Теперь это не превосходит сумму внешних мер m эпсилон и m эпсилон штрих плюс. Ну, давайте теперь посмотрим, что из себя представляет симметрическая разность А-штрих и М-эпсилон-штрих. Значит, А-штрих минус М-эпсилон-штрих. Те элементы, которые попадают в А-штрих, но не попадают в М-эпсилон-штрих. Попадают в А-штрих, значит, не попадают в А. Не попадает в m эпсилон штрих, значит, попадает в m эпсилон. Значит, не попадает в а, попадает в m эпсилон. Ну, то есть, это m эпсилон минус а. Ну, соответственно, фактически, вот эти две симметрические разности, это одно и то же, на самом деле. Ну, поэтому две внешние меры этой симметрической разности. Теперь сумма первых двух слагаемых, это равенство 4, это просто единичка. А последнее слагаемое, по предположению, меньше, чем эпсилон, то есть 1 плюс 2 эпсилон. Таким образом, я напоминаю, что у нас внутренняя мера, это как раз внутренняя мера множества, это 1 минус внешняя мера. Давайте вот где-то у нас определение. Вот 1 минус внешние меры дополнения. То есть мы получаем действительно, что у нас сумма вот этих двух внешних и внутренних мер, внешней меры А и внешней меры дополнения, в точности равна одному. Но раз она в точности равна одному, то, соответственно, внутренняя мера в точности совпадает с внешней. И достаточно на этом завершено. Необходимость. Пусть А измеримо по Лебегу, ну или Жордану. То есть, ну, чуть-чуть я вот как раз опять перефразирую определение. Вместо внутренней меры, внутренняя мера 1 минус внешние, соответственно, измеримость – это все равно, что сумма внешних мер множества его дополнения равна единичке, ну, поскольку так мы определяем для подмножества нашего фиксированного куба единичного объема. Значит, фиксируем произвольный эпсилон больше нуля. По определению внешних мер найдутся такие счетные, ну, для Жордана конечные, покрытия множеств А и А-штрих элементарными множествами P-эльтами. Ну, соответственно, для Жордана чем-то ограничивается это количество. И Q-эльтами тоже для Жордана чем-то ограничивается. Соответственно, вот мы покрываем множество А и А-штрих этими элементарными множествами. И опять-таки можно все эти множества считать под множествами k эльтова, иначе k итова, то есть иначе мы просто выкинем соответствующие выступающие, так сказать, части. Ну и значит
Мы можем для любого эпсилона подобрать такие покрытия, соответственно, счетными или конечными для Жордана, брусьями, что сумма объемов этих брусьев не превосходит соответствующий внешний мир плюс эпсилон. Просто по определению точной нижней грани. Внешний мир – это точная нижняя грань таких сумм. Соответственно, то же самое для H'. Ну, для мира Лебега еще по ходу мы отсюда видим, что ряды в левой части к не раньше 6,7 сходятся, да? Поскольку это все конечные числа вправо. Справа стоят ряды с неотрицательными слогами. Итак, раз у нас сходится, то как раз мы можем подобрать такие числа РС, что хвосты, то есть остатки разности между суммами рядов и частичными суммами этого порядка, будут не превосходить эпсилон. Теперь обозначим через P эпсилон и Q эпсилон объединение уже конечного числа брусьев, то есть это уже у нас элементарное множество. И, соответственно, нам для доказательства теоремы достаточно установить неравенство, что внешние меры Жордана или Лебега симметрической разности А и P эпсилон, уже конкретное множество появилось, меньше, чем вот 6 эпсилон получится здесь. Ну, прежде всего, что отметим? Что из определения симметрической разности и свойств внешних мер следует такое неравенство. Внешние меры Жордана, соответственно, Лебега от симметрической разности А и множество P эпсилон не превосходит внешние меры разности А минус P эпсилон плюс внешние меры P эпсилон минус А. Ну, потому что симметрическая разность – это объединение двух таких разностей. Теперь А минус P эпсилон. Это подмножество как раз остатка. Ну, правда, остатка в смысле теоретика множества. Здесь был остаток от суммы ряда. А теперь мы про теоретика множественного объединения бесконечного числа P эльтах. Здесь ведем речь. Так вот, для меры Жордана, соответственно, просто нет никакой тут части, то есть просто у нас А включается в P эпсилон. Ничего не надо добавлять, рассматривать. Неравенство 8 тут не появляются для меры Жордана. Отсюда, значит, получаем, что, значит, раз у нас А минус P эпсилон включается в это объединение, ну или пустое, то в любом случае внешние меры Лебега или Жордана этой разности меньше, чем эпсилон. Ну, аналогично для внешней меры Лебега Жордана H' минус Q эпсилон. Теперь смотрим внимательно то, что получилось. Вот теперь P эпсилон минус А. Смотрим. Оно включается в P эпсилон, пересеченное с Q эпсилон, и разность между Q эпсилон штрих и А. Давайте подумаем, почему. Значит, элемент множества P эпсилон минус А. Он по определению попадает в P эпсилон, но не попадает в А. То есть он попадает в P эпсилон и попадает в H'. Ну, H' там особо нам не нужен. Значит, соответственно, смотрим за P эпсилон. Вот он попал в P эпсилон. Он может при этом попасть еще и в Q эпсилон. Это нам в этом пересечении. Может не попасть. Но если он не попадает, то он, значит, не попадает в Q эпсилон. Эпсилон штрих, значит, попадает. И не попадает в А. То есть в эту разность попадает. Итак, включение есть. Теперь, соответственно, отсюда мы внешнюю меру этой разности по эпсилону минус А оценим сверху как
внешний мир пересечения P epsilon и Q epsilon плюс внешние меры разность Q epsilon и A. Ну, пересечение элементарных множеств. Это элементарное множество, соответственно, внешние меры для него просто объем. И плюс внешние меры. Ну, а здесь это то же самое, значит, у нас не попадает в Q epsilon, не попадает в A, значит, не попадает в A и не попадает в Q epsilon, можно так записать. Смотрим, значит, для объема, значит, объем пересечения – это сумма объемов минус объем объединения. А здесь пока ничего не трогаем. И теперь пишем, значит, объем P epsilon. Мы оцениваем сверху. Это у нас, я напомню, это P epsilon состоит из первых R штук P этих. Ну, мы возьмем и сложим их все, да и к тому же до бесконечности, то есть увеличим. То есть поэтому объем P epsilon, естественно, не превосходит суммы всех объемов P эльтых. Точно так же объем Q epsilon не превосходит суммы объемов Q эльтых. Ну, минус объединение P epsilon и Q epsilon пока оставили. А теперь внешняя мера H' минус Q epsilon это вот неравенство 12. Меньше, чем epsilon. Остался epsilon. Так, теперь смотрим про сумму P эльтых. Сумма P эльтых всех у нас меньше, чем внешняя мера плюс эпсилон. Сумма Q эльтых внешняя мера H' плюс эпсилон. Значит, когда мы их складываем, получается единичка плюс 2 эпсилон. Это сумма вот этих двух элементов 1 плюс 2 эпсилон. И еще одно эпсилон было. Значит, 1 плюс 3 эпсилон минус объем объединения по эпсилону к эпсилону пока остался. Я напоминаю, мы хотим доказать вот такое неравенство. Ну, с учетом того, что А минус по эпсилону меньше, чем эпсилон, то есть у нас P эпсилон минус А, это 5 эпсилон осталось, да? То есть тут 5 эпсилон должно быть, поэтому хватает, если мы докажем, что объединение P эпсилон с Q эпсилон больше либо равно 1 минус 2 эпсилон. Да, как раз получится единичка сократится, и 5 эпсилон как раз останется. Теперь, значит, если у нас мера Жордана, то P эпсилон, объединенный с Q эпсилон, это просто весь наш куб, и, соответственно, в единичке там доказать нечего. Ну, для меры Лебега нужна еще одна цепочечка. Значит, пишем единичка, которая равна объему нашего куба. Наш куб покрыт теперь только вот этим объединением. Соответственно, виноват он покрыт объединением каким? Он покрыт объединением всех PLT и QLT. PLT покрывает А, QLT покрывает дополнение. Значит, все PLT и QLT вместе покрывают наш куб. А все PLT и QLT покрывают, значит, куб KLT покрывается P-эпсилон и Q-эпсилон вот этими хвостами, остатками теоретики множественного объединения и QLT-ами. Поэтому внешние меры Лебега, соответственно, внешние меры Лебега КЛТ не превосходит сумму внешних мер Лебега, составляющих трех множеств. Ну, смотрим теперь внешние меры элементарного множества. Это просто объем, а внешний мир каждого из остатков не превосходит эпсилон. Превосходит сумму внешних мер, соответственно, объемов. И, значит, как раз, ну, отсюда как раз получили P эпсилон. Объединим P эпсилон
с Q эпсилон объединенный больше, чем 1 минус 2 эпсилон. Что и требуется доказать. Следующая теорема. Семейство измеримых полей Бегу или Жордана под множество каитых образует алгебру множеств. Ну, что нужно доказывать? Ну, во-первых, должен доказать, что объединение двух измеримых полей Бегу или там Жордана множеств А, Б также измеримо полей Бегу, соответственно, Жордана. Пользуемся только что доказанным критерием измеримости. Значит, для любого эпсилона большего нуля существует элементарное множество m эпсилон и n эпсилон, такие, что внешняя мера симметрической разности а минус m эпсилон меньше, чем эпсилон, и внешняя мера b минус n эпсилон также меньше, чем эпсилон. Ну, положим, p эпсилон это объединение m эпсилон и n эпсилон. Ну, смотрим на симметрическую разность А объединенная с Б, симметрическая разность П эпсилон. И это является подмножеством объединения симметрических разностей. Ну почему? Давайте подумаем. Значит, симметрическая разность, значит, это объединение А с Б минус П эпсилон, то есть то, что входит в объединение, но не входит в объединение М эпсилонов и Н эпсилонов. Значит, соответственно, это либо входит в А и не входит в М эпсилон, то есть здесь, либо входит в Б и не входит в Н эпсилон, то есть здесь. Ну и аналогично для противоположного. Противоположной разности. Значит, отсюда из этого включения следует неравенство, что внешняя мера Жордана или Лебега для такой симметрической разности меньше, чем сумма внешних мер, то есть меньше, чем 2 эпсилона. Ну, тем самым установили измеримость. Измеримость дополнения, ну, это просто из определения получается. А измеримость пересечения разности и симметрической разности, ну, достаточно теоретическое множественное равенство пересечения, значит, дополнение, объединение, разности, да. Пересечение с дополнением симметрическое равенство просто определение. То есть сначала мы, после того, как доказали дополнение и объединение, доказываем, что пересечение принадлежит. Теперь, зная, что пересечение принадлежит, и дополнение принадлежит, установили, что разность принадлежит. И теперь, зная, что разность принадлежит и объединение принадлежит, установили, что симметрическая разность принадлежит, что и требуется. Следующая теорема. Конечная аддитивность меры Лебега и Жордана. Если не пересекающиеся множества, а 1 и так далее, измеримы по Лебегу, соответственно, по Жордану, то мера Жордана или Лебега дизъюнктного объединения этого равна сумме мер Жордана, соответственно, Лебега этих множеств. Доказательства, естественно, достаточно провести для m равного 2, потом просто по индукции. Значит, по критерию измеримости для любого эпсилона больше нуля существуют элементарные множества, такие что? Ну, в критерии, конечно, тут нужно внешнюю меру писать, но мы уже знаем, что симметрическая разность двух измеримых по Лебегу или Жордана множеств. Соответственно, измеримы по Лебегу и Жордану, поэтому внешний мир совпадает с просто мерами. И значит, мы не пишем звездочки. Итак, вот это два применения критерия измеримости к множествам А и Т. Теперь, значит, итак, множество М и Т эпсилон включается в А и Т, объединенное с симметрической разностью А и Т и М и Т эпсилон. Ну, это, в принципе, опять-таки, очевидно. Очевидно теоретическое множественное включение. И аналогично АИТ включается в похожее объединение. Ну, отсюда объединение М1 эпсилон и М2 эпсилон включается в объединение А1 и А2. Объединение с симметрической разностью А1 и М1 эпсилон и А2
m2 эпсилон. И А1, А2 включается в похожее объединение. Но только здесь вместо 1, А2, М1, эпсилон, М2, эпсилон. Ну, тогда по свойству внешних мер, опять-таки не пишу звездочки, поскольку совпадают с мерами, мы получаем, что во-первых, мер М и ТВ эпсилон меньше, чем мер А и ТВ плюс эпсилон. И точно так же мер А и ТВ меньше, чем мер М и ТВ эпсилон плюс эпсилон. Дальше мера объединения меньше, чем М1 эпсилон и М2 эпсилон. Меньше, чем мера объединения 1 и А2 плюс 2 эпсилон. Вот. Мера этого не превосходит. Мера этого плюс 2 эпсилон. И точно так же противоположное. То есть в другую сторону. Мера от 1 и А2 меньше, чем мера М1 эпсилон и М2 эпсилон плюс 2 эпсилон. Ну, полученные неравенства можно переписать теперь в следующем виде. Значит, мера аитова минус мера митова эпсилон по модулю меньше, чем эпсилон, поскольку разность между ними, она, соответственно, между эпсилон и минус эпсилон. Ну и точно так же для меры объединения минус мера объединения соответствующего приближающего множества элементарно. Теперь пересечение М1 эпсилон и М2 эпсилон. Оно включается, значит, мы М1 эпсилон включаем в это множество А1 и А1 симметрическая разность. Включение уже было. Вот оно. И М2 эпсилон аналогично включаем. То есть пересечение таких двух объединений. Соответственно, мы здесь воспользуемся дистрибутивностью. Берем это множество, пересекаем с вторым, так, объединенное с... Теперь мы должны пересечь наше множество с А2. Мы знаем, что 1 и 2 не пересекаются. Значит, остается только симметрическая разность А1 и М1 эпсилон, пересеченная с А2. Соответственно, теперь во что это включается? У нас второе, это подмножество 1 минус М1 эпсилон, мы его с чем-то пересекли. А первое, подмножество А2, симметрическая разность М2 эпсилон, потому что мы ее с чем-то пересекли. И, соответственно, отсюда получаем, что объем этого элементарного множества не превосходит сумму внешних мер, то есть 2 эпсилон. Теперь, соответственно, смотрим пункт 2, теорема 1. Это то, что объем объединения плюс объем пересечения элементарных множеств равен сумме их объемов. И, соответственно, отсюда мы получаем, что разность между объемом объединения и суммой объемов, которая по модулю равна как раз точности объема этого пересечения, это разность меньше, чем 2 эпсилона. Ну, тогда, значит, мы оцениваем меру объединение, которое внешняя мера, не превосходит сумму внешних мер. Это свойство внешних мер. Теперь это у нас просто меры. То есть мы в одну сторону показали, что мера объединения не превосходит сумму мер. А дальше это меньше, чем мера М1 эпсилон плюс мера М2 эпсилон плюс 2 эпсилон. То есть, где это у нас тут? Да, вот. Вот сумма этих мер не превосходит сумму этих мер плюс 2 эпсилон. Значит,
И это у нас что из себя представляет? Это просто сумма объемов m1 эпсилон, m2 эпсилон, плюс 2 эпсилон. Так. А теперь вот из этого неравенства это меньше, чем объем объединения плюс 4 эпсилон. Ну, соответственно, это просто мера плюс 4 эпсилон. Мера m1 эпсилон с m2 эпсилон. А мера m1 эпсилон и m2 эпсилон меньше, чем мера объединения 1 и 2 плюс 2 эпсилон. То есть окончательно здесь плюс 6 эпсилон получилось. Итак, что у нас получилось? У нас получилось, что сумма мера 1 и 2 меньше, чем мера объединения 1 и 2 плюс 6 эпсилон. И поскольку эпсилон больше, наверное, произвольная, то мы отсюда получаем требуемое. То есть, на самом деле, здесь у нас сумма этих мер равна в точности мере объединения. То есть, теорема доказана. Следующая теорема. Если множество 1 на 2 и так далее измеримы по Лебегу, то их объединение, счетное объединение, также измеримы по Лебегу. Конечно, уже аналог для измеримости по Жордану не верен. Пример просто множество рациональных чисел, которые уже рассматриваются. У него внешняя мера единичка, внутренняя мера ноль. Значит, сначала рассмотрим случай не пересекающего множества 1, 2 и так далее. Ну, поскольку при любом натуральном L, измеримое по Лебегу множество, то у нас конечное объединение, является подмножеством А, то есть если у нас здесь точность, то по свойству внешней меры сумма мер, которая равна по предыдущей теореме меры вот этого объединения, она не превосходит внешние меры А. L произвольная, значит, сумма мер AL не превосходит внешние меры А. Значит, сумма это конечная. Я напомню, у нас все под множество фиксированного кубика единичного объема. Ряд сходится, и значит, опять-таки мы для любого эпсилона можем найти натуральное число R, такое, что остаток ряда сходящегося меньше, чем эпсилон пополам. Теперь мы применяем критерии измеримости каждому из конечного набора множества 1 и так далее, а r. Находим элементарное множество m эпсилон и от единички до r, такие, что мера симметрической разности аитова и m и эпсилон меньше, чем эпсилон делить на 2r. Мы обозначим через m эпсилон элементарное множество m эпсилон равное объединению этих m и эпсилон. И теперь мы хотим доказать, что симметрическая разность А и М эпсилон достаточно мала. Ну, рассуждаем сначала теоретикой множественных рассуждений. Значит, симметрическая разность – это у нас разность А и М эпсилон и разность между М эпсилон и А. Соответственно, раз между А и М эпсилон, ее как включаем? Там у нас А – это объединение всех аитах от единички до бесконечности. Поэтому включение пойдет объединение от единички до R аитах. Тут нам нужно тоньше, мы должны выбрасывать М эпсилон. А остальные мы уже не обращаем внимания на то, что выбрасываем М эпсилон, берем просто объединение всех остальных аэльтов, не глядя, так сказать. Теперь m эпсилон минус а. Мы из m эпсилон должны вычитать счетное объединение. Ну, мы выкинем поменьше. И конечное объединение. По и от единички до r только аэльтов. Ну, тогда это что означает? Я пока
Вот здесь m эпсилон просто подставлю. То есть мы из-за этого выбрасывали все объединение. Давайте будем выбрасывать поменьше. Из-за этого мы будем выбрасывать только m и эпсилон соответствующие. То есть получится объединение аитх минус m и эпсилон. Второе множество, которое здесь его оставляем. А в третьем просто пользуюсь определением. Значит, мы из m эпсилон выкидывали объединение. Соответственно, m эпсилон это объединение m и эпсилон. Значит, у нас объединение из m и эпсилон выкидываем а и т. Это сейчас обратим это включение, да, это неравенство. Ну да, да. То есть если у нас входит в объединение m и эпсилон, то входит в какой-нибудь m и эпсилон, значит входит в m и эпсилон минус вот это объединение, значит входит в m и эпсилон минус а и т. Соответственно, попадает сюда. Включение есть. Ну, теперь, что это такое у нас? Первое и последнее, но что объединяем вместе, это объединение уже симметрических разностей, аита и м и эпсилон. Ну, последнее оставляем. Отсюда внешняя мера симметрической разности а и м эпсилон не превосходит суммы по от единички до r внешних мер симметрических разностей а и т, м и эпсилон плюс сумма симметрических разностей множеств а л для л от r плюс 1 до бесконечности. Первое слагаем у нас. Складываем неравенство 16 по е от единички до r, получаем эпсилон пополам. Второе слагаемое это неравенство 15, меньше чем эпсилон пополам. То есть получили, что меньше, чем эпсилон. Итак, мы нашли для любого эпсилона, элементарно, что m эпсилон такое, что внешний мер симметрической разности, а m эпсилон меньше, чем эпсилон у критерия измеримости. Мы доказали измеримость по Лебегу множества А.